Всем привет, мои хорошие, с вами Даша, это канал Сам Солнышко Плей. И сегодня мы продолжаем играть с вами в Черную книгу. В прошлой серии мы с вами попытались спасти банную невесту. Сегодня мы сыграем свадьбочку, надеюсь. Так, ну, собственно, возвращаемся в избу. Будем сейчас решать вопросики, кто будет отвечать за цветы, кто за оформление. Надо тамаду нормального найти. Ну, в общем, вот эти все... свадебные приколюхи. Крест, что носил нечистый. Имя человеческое и опояска заговоренная. А после под полком скрылась. Жуткая у вас работа. Пострашнее, чем турков бить. Долюшка у нас такая. Ну, а обручница твоя подмененная. Что за подмененная? А банница, видать, подменила ее. Теперь догадалась? Как нам печать осиновую открывать? Нет. Какой бес нужен книге, чтобы открыть осиновую печать? Так, стоп. Какой бес нужен книге, чтобы открыть осиновую печать? Банными дровами? Чертом подменышем? Чертом подменышем? Или банными дровами. Обдериха девку на дровину осиновую заменила. Так, хорошо. А дровина-то бесяк и есть. Отлично, Вася. Не зря я тебя обучал. Она ничего не поняла. Подменные дети из тонкого мира. Эти младенцы, конечно, не вырастают. Стоит ли нам тратить силы и время на просьбы невесты, когда мы просто можем найти странного младенца? Дед, ну ты чё? Ну ты чё? Ну свадебку-то сыграть надо. Так нельзя душу-то христианскую нечисти бросать. Ну и свадьбу хочется погулять. Я на твоём месте ещё бы мозги поломал. Нужна ли мне нечисть в бабах? Ой, блин, дед, ты на себя посмотри, живёшь один, блин. С бесами якшаешься, кто бы что говорил. Да солдата вроде меня только чертовка не пойдет. Ну вот, нашли друг друга. Мы до сей поры не слышали про такого младенца. Это значит, что родители держат его в тайне. Офигеть, поворот, ты прикинь? Ты верно. Прикинь? Возможно, окаянный уже сожрал ее родителей. Без помощи чертовки нам его не найти. Это, короче, бес подменил вот эту девку. Сам стал младенцем маленьким, а она вот ушла вот в избе тусить. В бане, точнее. Офигеть. И он, типа, видите, они говорят, что этот младенчик-то не растет. Так это этот, блин. Как его? Желтый младенец. Младенчик желтым. Это он поможете и есть. Поможете мне, значит. Ну а как же? Сейчас свадебку сыграем, все сделаем. Но с чего начать? А? Что там чертовка просила? Дед, тебе 2 минуты назад рассказали, что она просила. Я балдею с него. Что носил нечистый. Да ладно, он старенький. Такое вообще возможно? Все возможно для человека с разумом, Василиса. Слышал я, что в Енидоре недавно и котница появилась. Человек, одержимый бесом и коткой. Такие люди могут обладать странными способностями, даже предсказывать будущее. Сходи к ней, да крест сними. Что за другие способы? Да давай вот крест возьмем. С креста и начну. Что может быть важнее? В Енидоре найдете Евдокию Фоковну. Ага. У нее, говорят, дочурка и коткой заговорила. Ну, ага. Все уяснили? Ну да. Да все уяснили, ну да. Так что тут непонятного? Ну. Сходим к икотнице. Да крест с нее сымем. Ну да, с дерем, так сказать. Так, бесюки мои вернулись. Нет, еще не все. Стоп, двое вернулись. Что такое? Что происходит? Так, работа выполнена. Черту удалось испортить часть запасов черной плесенью. 4 грешку. Молодец. Молодец. Так, это что? 3. Хорошо. Это один день. Так. 13-й выпендрежник. Давай посмотрим, куда тебя деть. Так, Енидор. 4 дашь. Так, 4 дает.
Здесь три. Ну иди сюда тогда. Давай, вперед из песней. Кто тут у меня? Матвей, Матвеюшка, солнышко мое, рогатенький мой, сладенький. Давай посмотрим. Что-то денег как-то ты везде плохо приносишь. Ну вот тут вроде лучше всего. Все, вперед, наслать засуху. Все, все заняты, все при работе. Сыграть в карты? Что это такое? Колдовской дурак? Ну-ка, Калюха, давай, с Коляном будем играть. Подожди, я в Гвинтага в Харстон играю. Ну все, сейчас я его раздену. Добро пожаловать в вашу первую партию, дурачка. Все, на деньги играем, Колян. Ваша цель — избавиться от всех ваших карт. Последний игрок, оставшийся с картами в руках, остается в дураках. А, так я знаю, как дурак хочет, не учится. Хорошо. Колян, сколько на счет-то класть? Что-то мы, по-моему, просто так играем, нет? А чё? Батюшки короля. Николай отбился от вашей шестерки королем. Нажмите кнопку «Зажжение ход», чтобы продолжить игру. В конце каждого хода игроки... Да я знаю, как в дурака играть. Вы что, меня за дуру держите? Сейчас дурачком здесь только... У нас тут один дурачок так есть за столом. Николай сходил под вас трефовой восьмеркой, чтобы избавиться от карт. Да ё-моё, ну хорош. Ну вы что, ну... Бита. Сейчас... Бита, блин. Да все, все. Я сама решу, с чего мне ходить. Я вот с этой семьи. А, это козырная, ладно. Ладно, ладно. Десяток, да знаю. А, куда, куда? Нет, 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 нет. А ты, брат, это ж козырь. Беру, блин. Это мне обучение сказало. Подкинь ему десяточку. Хотя я могла подкинуть ему семерочку. Пипец. Ход за вами. Да знаю я, что такое козырь. Ты мне уже один слил, блин, дурак. Пипец. Учат они меня жизни. Козырь проиграл, блин. Ну, сейчас меня Колян выиграет. Ну, пипец, у меня закидал. Да, Колян, хорош. Все, обито, молодец. Так, посмотрим, где тут туз козырный у меня, где? Где мой козырный туз? Дама? Блин, ну я хэзэ, там так-то карт не так много. Не, я не дам ему эту даму, нет. Блин, ну ладно. Бит так, бита. У меня два туза, у него один, мне кажется, у него туз. Ну давай попробуем. Берет, да он козыри собирает, он нечестный. Все, туз мой, Колян, тузяка моя. Слушай, он как-то нечестно играет, он как-то подозрительно очень играет. Потому что он все козыри собрал себе. Ну ладно, у меня все козыри. Но все равно у него, у него, по-моему, семерка, восьмерка и десятка козырные. Что-то он как-то слабенько играет. Вот. Так, ну все, Колян, ты знаешь, что сейчас будет. Куда? Да не... Дебила кусок. Чё я вообще сделал? Ладно, на тебе туз. На тебе второй туз. Ах ж ты... Колян обосрался. Колян, ты дурак? Ты дурак! Колян дурак. Я Коля... Но я не так хотела играть, на самом деле. Давай, что ты с каменкой-то выдумал? Ну? Уж не поверю, что разжигать не умеешь. Да и чертовки испугался, когда она пламенем хватанула. Все так, Вася. Не в каменке дело. Не знаю, что со мной. Случай один был. С тех пор, как огонь вижу, так сам не смог. Ну, бывает боюсь такое. Его жутко. Слух прошел. Так меня и послали с вечерки в баню-то. Награяться хотели. Награяться, ага. Но я так просто не сдамся. Почему? Че с огнем-то? А, долго сказывать. Ай, ладно, Коля, Колян. Как солдатом-то стал? Да в рекруты забрали. Ты-то мала еще была, не помнишь, небось. Тебя только дед Егор взял. Ну, ты-то как рекрутом стал? Сам пошел? Ага, сам. Вообще, не мне выпало. Да мы, семья-то большая. А я парень удалой. Ну так, видный. Ха, а то.
Я сам вызвался. В полевой полк попал. Потом к туркам отправили. Там ты крест-то получил? Там, ага. Тоже история-то долгая. Что? Ну все. И на девке банной жениться собираешься? Ну так это, поможем ей сперва. Небось, видно она, коли с чертом сдюжила. Может, мне ее бог послал. Чертовку-то? Ну, так она же говорила, что подменная. А мои ровесницы-то уже все в бабах. Ты смотри, какой хитрый жук, а. Ты забывалого солдата, кто пойдет? Старушка-то не хочет себе, молодуха ищет. Только черт и пойдет. Ой, Колян. Ну, долго сказывать, ты че? Может, и недолго. Че пристало, как банный лист? Потом расскажу. Других дел нет, чё ли? Да все, мне на самом деле очень интересно, что ты Васька, слушай, спасибо за помощь с баней той. Да погоди, еще вызвали девку-то надо. Ну да. Да ты чё, как бы я без тебя-то пошел? Хочу подарить тебе... Чао, самогонки. Ну, держи. Ну ладно, что это получить плюс один на речистость начальства? Ну хорошо, спасибо. Это что такое-то? Карты игральные или чё ли? Они скопил денег-то. Старинные. Но первый сорт. Захочешь научиться, так я объясню. Говорят, нечистый-то тоже не против сыграть в дурачка. Да мы только что с ним играли, все хорош. Только что играет. Кто там? Выходите. Что это за малой? Одноклассник, а ну пошли мастер? Отсюда, углановы страшарые, пока я вас гоном гнать не начал. Дед, ты чего орёшь-то? А чё, ты детей не любишь, что ли? А, заметил, заметил! Погоди, может, они по делу пришли? Ну, с чем пожаловали? Дел чайлдфри какой-то. Ох, Василиса, мы тут страх такой видели. К западу от Енидора изба есть жуткая. Так там точно нечистый живет. Это почему это? Не мой, потому что... Раньше, говорят, там все гулянка какая была, а сейчас заброшена, как могила. Сами видели. Ну-ну, сами в могилу угодите, если без дела шататься будете. Пипец! Дед, ну хорош детей пугать, ну ты чё? Пипец, дед сумасшедший. Все, дед, я ухожу. Это что, Сталин, что ли? А, это Коль. Блин, мне показалось. Окей. Так, ну все, с Коляном пошли мы гулять. Короче, пойдем сначала на ярмарку. Ну как, что-то ярмарка какая-то. На ярмарке можно и травы купить, и колдовских предметов. Пойдемте, пойдемте поищем. Нам еще, кстати, надо к батюшке зайти, чтобы он имя ей нарекал. Несмотря на поздний час, торговля продолжается, и вы еще можете успеть купить что-то в дорогу. Угу. Чего тут только не продают. И сахарные пряники, и колдовские амулеты. Товары на любой вкус и кошелек. Ну, сейчас посмотрим. Так, давай травница нахрен. Книжник. Мудрость, что таится в черных страницах, не есть безумие, не уличить меня в лукавстве. Что за кус-кус-клан? Кус-кус. Сбросить умение? Не-е-е, купи заговор. А, нифига, у него книжки можно покупать. Блин, ну у меня так-то... Ну, чё-то я даже не знаю. Ну, чё-то как-то... Ну, чё-то мне не нравится вообще. Так, коробейник, давай посмотрим, чё есть. Скот, подходи, народ! Покупай добро и травы, чтобы жизнь пошла на славу! Вот, вот таких мы любим, торговцы. Дай посмотрю, чё у тебя есть. Так, вы можете использовать на один больше трав свой ход. Это, кстати, классная фича. Так, смотрите, начали сражение. Это что? Перзак слышит замок. Всем противникам, благословение. Блин, что-то пока вот не хочется тратить на это деньги, на самом деле. Картежники увлечены очередной партией в дурачка. Я их сейчас раздену. Я их сейчас раздену. Пацаны, все, берегитесь. Королева дурака пришла сесть с вами за стол. Кому в руки нассать? Кто раздавал? Архип, это ты? Что за говно? Что за фигня? Я не могла так намешивать карты. На, держи, Архип. Ага, хорошо, хорошо, скинул.
Архип Хади... Ты что, дурак, что ли? А что такими крутыми картами ходишь? У нас все семерки, восьмерки не вышли. Так. Я козырей не буду отдавать. Блин, Архип, ну ты дурак, короче, сегодня. Бери, бери, конечно, бери. На своем мухан. Ему... Я вам отвечу. Крыть-то нечем. А, смотри-ка, есть. Не-не-не, все, я не буду тебе дому отдавать. Сорян. Сорян. Сорямба. Бита, бита. Бита. Зачем ходить-то? Слушай, ладно, беру свои слова назад. Офигенно размешал. Вообще по кайфу, мне нравится. А вот так? А бери золотой. А бери. Угу. Сейчас козырей выдаст. Беру. Ты дебил, у тебя козырь есть. Не, твое право, конечно. Я как бы никого не буду учить здесь играть. Дело твое. Но, по-моему, ты уже проиграл. Смотри, вот так и вот так вот. Бита? Блин, ну не знаю. Мне кажется, ты все уже проиграл. 50 рублей моих. Не-не-не, дружище, не-не. Дам и не дам. А ты хорош. А ты хорош. Я возьму. Я возьму. Бита? Ну все, смотри. Как бы мне его... Ладно, давай пока восьмерки скинем. Так, еще. А вот так? Ага, а вот так вот? Yes! Смотри, 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 смотри. Теперь, что делаю? Что делаю теперь? Я кидаю... Смотри, я кидаю два туза. Он берет. Он берет. У него выбора нет. Я кидаю короля. Он его кроет. Окей. Кидай. Изи вообще. Денюшки, денюжки. Вы победили. Да, конечно, победила. О-о-о. Слушай, так я на них тут вообще могу все купить теперь. Я их сейчас обдурю. Ну как обдурю? Ну-ка, давай, давай что-нибудь куплю. Я теперь богатая у меня. Полтосик заработала. Так, подожди. А я продавать тоже могу, интересно, или нет? Могу, могу продавать. Могу всякую фигню продавать. Я вот эту фигню продала, она мне вообще не нужна. Блин, чертов палец так-то, блин, 4. Нет, хорошие штукенцы. Давай оставим. Что ты хотела? Мне вот эта нравится штука, но она дорого стоит. Я даже не знаю. Так я вообще даже предметами-то не пользуюсь. Нет, наверное, не будем пока ничего покупать. Я не знаю, можно ли будет вернуться сюда на ярмарку потом. Мы с тобой потом, если что, сходим. Так, Турчанский тракт. От Вильгорода к Енидору ведет Турчанский тракт. Уж не знаю, почему вы так назвали. В честь турков Николай это говорит. Посмотрим, что там. Вы сбились с пути и вышли на знакомую дорогу гораздо западнее, чем планировали. Здесь вас встречает оборванный человек с гнилыми зубами и мутным взглядом. Вы понимаете, что это разбойник. Ночные путешествия по Пермской губернии порой опасны ни одной нечистой силой. В тишине раздается его хриплый голос. Слушай, ну вот прежде чем с кулаками бросаться, дай по калякам. Чё тут у нас, девка? Али чё? А чё? А чё надо? Сиськи показывать не буду. Ладно уж, если отпущу чё. Невредимой, коли отдашь все деньги. Ага, сейчас-ка. Не знаешь, с кем повстречался. Молись теперь, чтобы ноги унести. Она все сказала за меня. Слушай, я буду разбойника бить картами? It's okay? Типа так можно? Я думала, так и, ну, этих бить. Так, давай посмотрим. Снимает негативный... Слушай, а он больно бьет. Он прям больно бьет, очень больно бьет. Ладно, мы вот это тоже будем больно бить. У меня так-то ФП больше. Блин, по-моему. Капец, как это в жизни теперь происходило? Типа, она в него картами кидалась или что? Так, ладно, минус... Да что такое? Что-то у меня...
волосы в глаза лезут. Так, увеличивает, так, увеличь количество ключей. Давай, наверное, вот эту штуку сделаем. Чё он делает? Похить? Ты чё, охренел? Я тебя сейчас похищу, блин. Он мне деньги похищает, прикинь. Офигеть. Ну все, хана тебе, чел. Что за дела? Порчу на него навела. Порчу. Пипец. Ход нечистой силы. Ну вот так-то он нечистой силы, так и есть. А если у меня вообще денег нет? Ты смотри, что? Украл бабки. Украл деньги у меня. Ходов до завершения. Чего? Сохранение защиты. 9-9-9. Не исчезает в конце хода. Что? Мы его сейчас, знаешь, что сделаем? У меня нету снять с него эту одежду. Снимаю. Блин, только негативный статус. Типа это с себя я могу снять, а с него нет. Ай, как неприятно-то. Окей, мы с тобой сделаем рыбу. Что сделать-то? Давай так. Ну, у меня что-то все этот, все в защиту тут будет. Нету ничего. Я так понимаю, он себе тоже сейчас сделает. Сохранение защиты. Ну да. Козел. Ой, смотри, вон демонюка, вон в кустах глаза вижу. Так, хорошо. Что сейчас будет? Сбежать с поля битвы? Не-не-не, дорогой, я тебя не отпускала вообще никуда. Стоять на месте, стоять. Ту-ту-ту-ту. Дальше не помню, что там. Ночной дозор. Нельзя его отпускать, он бабки у меня украл. Так, все, все, ты никуда не уходишь, чел. Деньги вернешь на базу. Я такого не прощаю. Я как Дон Кор... Не, не как Дон Корлеон, а как этот, господи. Я, да господи, Пабло Эскобар, вот. Замок крепкая, крепкая. Не знаю, что-то мне ничего не нравится. Да, это тоже. 9 рублей. То есть он у меня отжал 6 рублей, и 3 рубля я у него украл, да? Ну, нормально. В принципе, наказан чем. Так, северный лес. В лесу всегда опасно. Хоть день, хоть ночь. В любом лесу есть свой хозяин, и не всегда он любит незваных гостей. Не знаю, мне кажется, если к ним с водочкой прийти, то, в принципе, всем рады. Тенистый овраг усеян разнообразными травами. Среди прочей растительности выделяется один красивый цветок. Он ярко-красный и хорошо виден даже в лунном свете. Вы подходите к цветку, вы забираете колдовскую траву и готовитесь. Окей, добро. Дом у реки Таракановки. Мальчишки рассказывали про какой-то страшный заброшенный дом на западе от Енидор. Может, что ценное там достаться? Это где дополнительное задание, да, по-моему, у нас с тобой? Сосновые ветви заглядывают в пустые окна заброшенной избушки. Вас охватывает неприятное чувство тревоги. Не зря говорили, что место это нечистое. Убираться надо. Вы протискиваетесь сквозь приоткрытую дверь и смахиваете паутину. В сенях темно и пусто. От давящей тишины у вас по коже пробегает мороз. Вы заходите в избу и замираете в ужасе. Под исцарапанными когтями красным углом лежит иссохшее тело человека. Рядом с ним валяется гармошка, словно растерзанная диким зверем. Вы осматриваете избу и гармониста. В его кожаном кошельке есть несколько рублей. Ну, из того, что здесь предлагается, как бы, какой мы с тобой бы не были плохой ведьмой, мне кажется, стоит, что... Ну, мне кажется, что нам стоит сохранить его. Вы рассказываете о мертвом гармонисте в ближайшей деревне и отдаете деньги на похороны. Блин. И отпевание. Крестьяне рассказали вам, что несколько лет назад этого умелого музыканта увезли среди ночи на какую-то вечерку. С тех пор его никто не видел. Жесть. Убили, либо умер... И вот оставили его. Ну, минус один грешок. Ну, ничего, мы с вами восполним, не переживайте. Анимовская роща. Про эту рощу слышал, тут отшельник жил, башкир. Много чего умел, расписал двери до доски. Печные уж давно помер, а помнят. Что за печные? Вы пробираетесь сквозь лес.
Угрюмые деревья нависают со всех сторон, а из мглы доносятся какие-то звуки. Вы замираете в страхе, заметив двух чертей у разрытой придорожной могилы. Они вскрыли гроб и теперь неторопливо сдирают кожу с трупа. Ничего, вообще, что ли, хренели? Преодолевая отвращение, вы открываете черную книгу. Первый заговор будет за вами. Ну так нельзя, нельзя могилы вскрывать. Это что такое? Будете наказаны все. Так, что там, 11, 2? Короче, сначала эту чпуздрику бомбить. Оберег, оберег. Ну, по пятёре они будут не вносить ничего страшного. Этого мы быстро убьем еще за два, за один ход, я думаю. Должны, должны. Так, травушку-муравушку выпьем. Так, складное сюда. Благословение сделаем. И, ну, можно, кстати, восполнить. Так, еще три. А че он снимает положительный статус? Он с меня положительный статус снимет сейчас. Угу, говнюк. Говнюк. А, ты чё, вот он опять стоит, ничего не делает. Бей этого маленького. А я... А, нет, ну стой, не бей. Не бей. Отмена. Галя, у нас отмена. Все, хорош. Вот этого бей. Просто я увидела, что у нас вот это есть. И вот это я ему стукну. И вот так вот. Вот, все. Так, полег. Так. Ну все, единица ему осталась. Вот они хулиганы, да? Их вот люди обычно не видят, и они вот хулиганькают. Все, бей его, все. Бам. Так, жест. Давай по всем противникам. Разделавшись с бесами, вы осматриваетесь. От могилы в лес идет узкая тропка. Кажется, вы слышали про это место. Заросшая дорога ведет к старому кладбищу. Блин, жалко не заходить. Ну ладно. Восточный мост. С востока на болото можно попасть через мост, который так и называется. Говорят, шум там какой-то странный, слышно. Надо проверить. Пойдем проверим, что там за странный шум. Раздается хлопок кнута. Этот черт гонит в ад сжавшуюся от боли душу. Вы останавливаетесь в нерешительности. Стоит ли душа грешника того, чтобы сражаться с нечистой силой? Конечно, мы же зубы получим. Вы окликаете черта. Он переводит на вас свой горящий ненавистью взор. Черт выпускает когти и направляется к вам, забыв про свою добычу. Грешник, не теряя времени, скрывается в лесной чаще. Черт ревет от ярости, и это, кажется, привлекло его собратьев. Вы тут же приступаете к чтению заговоров, не позволяя ему отправиться в погоню. Блин, он пацанов позвал, да? Ого, какой кабан! А чё он какой? Лютая. Увеличит свой на один после каждого применения всех слов. Офигеть, он же... Ну, полноватый, да, вы поняли? Наносит один в начале хода. Так. Так, смотри, ты бьешь вот эту мерзопакость, я вот эту. Я еще делаю вот это. И вот это. Все, погнали. Капец, кабанчик. Это вот он, наверное, вел. Блин, это прикольно. Не, вообще прикольно, что здесь бесы разные. Это было бы скучно, если бы они все вот такие вот коротышечные были. Ну, типа, не прикольно. Вот это прикольно. Ой-ой-ой. Ты смотри, какой. Ты смотри, какой. Курочки KFC, наверное, переел. Толстопузый. Так, мы с тобой вот так. Блин, этот не ходит. Через три ход только. Потому что, знаешь почему? Потому что женщина дела делает, а он дудку свою курит. Через три хода, блин. Через три хода меня уже убьют. Деловой колбасен. Ладно, сама справлюсь без тебя. Блин, а я по нему ударила? Почему? Я вроде по этому хотела ударить. Что-то как-то... А, все. А, нет, не все. Но он уже на следующем ходе должен прилечь, я так понимаю. Бум, говорит. Му. Хорошо.
Смотри, мы делаем вот это, мы делаем вот это. И вот так. Что ты там скоро свой яйко закуришь? Я не поняла. Носками воняет. Давай быстрее. Еще два хода. Какой от него толк, блин? Ну что он только один раз бьет этот так? Сколько у него? 4? Так тебе. Так тебе. И благословение мне. Ну смотри, я ему сейчас наношу, получается, 2, и у него порча. Вот, все, он прилег. Отлично. Ладно, давай замок этот возьмем. Он постоянно почему-то появляется. Возьму его. Окей, может он какой-то классный. Стефанов камень какой-то. В этом овраге есть священный камень. Генидорцы говорят, что в нем оставил след Стефан Пермский. Пипец, это нам, смотри, нам с тобой еще 6 печати открыть. И мы с тобой такой... овраге лежит огромный камень. На нем есть отпечаток ноги, который сейчас наполнен предрассветной росой. Валун уставлен свечами. Тут и там вы замечаете дары крестьян Енидора. Блин, я не знаю. Давайте выпьем росу по приколу, интересно. Вы пьете священную воду и чувствуете прилив сил и уверенности. Видишь как? Я думала, козленочком стану. Ладно. Так, мы с тобой были на восточном мосте. Так, Люльвинские болота. Рядом с селом Енидорским раскинулись красивые Люльвинские болота. Опасно там. Да, дед Егор говорит, что черти там водятся. А значит, могу я их изловить для книги. Так вот, что говорю, нам с тобой еще 6 печати открывать, а мы только вот пятую. Перед вами возникает болото. Сырая земля хлюпает под ногами, становится холодно и неуютно. Внезапно из болотной топи вырастает белый призрак теленка. Он смотрит на вас и не сходит с места. Я не буду бить теленка, даже если это демон. Защитный заговор. Вы читаете защитный заговор, и призрак исчезает. Уже произнеся заклинание, вы понимаете, что теленок был кладом. Нужно было его ударить, чтобы он рассыпался монетами. Вы замечаете горящий взор чертей в болотной осоке. Возможно, явились стражники сокровища. Это что за... Че? Зачем бить животных, чтобы с них деньги получить? Че? Вы шо? Я бы никогда в жизни так не сделал. Вот этого сначала, он послабее. Так, замок давай. Блин, 4-4, давай. Блин, этот кур, ты опять забыл его использовать. Я зашишена, если вы не увидели. Что он делает вообще крепко? Не знаю, замок. Слышь, ты, Колян, Николай, давай, помогай мне. Помогай. Ладно, пусть они меня ударят, но я их посильнее. Хотя... Ладно, давай вот так сделаем. О, Колян, вот ты как раз ударишь, и все, и он лег. Во, красавчик. Все, можешь дудеть теперь. Так, теперь с этим разберемся, с дьяволенком. Так, у нас здесь крепкое складное. Я так понимаю, нам нужно вот порчу на него навести. И вот эту штукенцию. Снимает негативность. У нас нет негативного статуса, поэтому вот так сделаем. Так, запорчили. Плюс один сделали, ему минус 2. Этот курит. Нормально. Ё-моё, чё так больно бил? Подожди, у меня же была за... смотри-ка, у него увеличилось. Грыжу тебе, короче. 3 урона и... Блин, а что делать-то? Ну давай оберег. И я думаю, нам надо выпить таблетки. Травку. Так, у меня была десятка. Все, оберегов накидала себе. Он меня все равно сильно бьет. Что такое? Так у меня не было защиты. Подожди. Так, у него 8. Я ему сделаю так. Но все, он должен слечь, по идее.
Потому что у него уже одна порча. Я ему сейчас еще одну порчу. И сейчас троечка ему, по-моему, упадет, нет? Возможно, нет. А, ну все, все, видишь, я же говорила. Так, давай, наверное, вот это возьмем. Отлично. Так, и все, мы с вами дошли до Енидора. В этом погосте народ живет своевольный. Раньше-то души приписаны были к заводам. Походящие, как крестьяне бунтовали. Что, выходить на работу далеко, да неудобно. Правильно. Так надо, чтобы это на колесницах вас возили туда. Блин, смотри, какие работы. Енидор укрыт звенящим предрассветным туманом. В гулкой тишине раздаются звуки просыпающейся деревни. Вы быстро находите избу Евдокии Фоковны по указаниям деда Егора. Николай стучит в резные ворота, и вскоре к вам выходит хозяйка дома. Евдокия Фоковна, бог в помощь. Блин, я почему думал, что Евдокия Фоковна какая-то бабулька будет. Бог в помощь. Помогай, Господь. Вы кто такие? Я вас не звала. Пришли мы с дочуркой вашей поговорить. Ага, награиться хотите над акулинкой моей? Не бывать тому. Покой и коту оставьте. Не до смеху нам. Мы помочь хотим дочери вашей. Помочь? Чей-то многие пытались, да ни у кого не вышло. А чего у вас должно? Потому что я вообще там верховная крутецкая, вообще невероятно какая косоглазая жрица, вообще все могу. Угрожать? Ну так-то можно, мы желаем. Не рассказывай, где и котницу прячешь. Или еще хуже ей сделаешь. Я ведь могу и порчу наложить. Да, геморрой на жопе могу сделать. И чири. Еще прыщи у тебя вылезут. Довольно нам несчастья в семье. Только и знала, я что колдуны вы проклятые. Ладно, хотите на икоте поворожить, так давайте. Найдете ее в церкви Преображенской. Фу! До свидания, Евдокия Фоковна. Блин, такая прикольная. Быстро говори, где твоя дочура, а то порчу на виду. До свидания, Евдокия Фоковна. Фоковна надо было назвать. О, смотри, какая красивая. Красивая, да, церковь? Блин, раньше все равно вот эти строения все, они были очень намного круче. Ну чё, обыскивать будем территорию, да? Мрачной тенью возвышается старая Спасо-Преображенская церковь в сумерках, окрашенных алым рассветом. Над вами безмолвно нависают деревянные купола этого здания. Сотни лет и десятки поколений прошли под его сводами. И вы чувствуете древнюю мудрость, что накопилась в величественных стенах строения. Угу. Ну, давай посмотрим. Я уже вижу этот Адаму головку. Вон еще одна, по-моему. Икона валяется. С паперти кто-то скинул и разбил. Какой грех-то, а? Они что себе позволяют здесь? Так, удалин трава какая-то. Подожди, подожди. Деревянные купола серебрятся в рассветном солнце. Туда можно пройти? Нельзя. Чё, Никола? Давай покалякаем, покумекаем. Хоть и солнце встает, а жутко как-то. Да нормально. Старые ступени ведут внутрь церкви. Давай войдем, пойдем уже. Мы вроде все смотрели, уже травы набрали. Жутко тут. Будто не христианское. Ну как-то да, знаешь, ощущается, что какое-то присутствие негативное. Непонятно. Деревянная скульптура выглядит торжественно и загадочно. Загадочная скульптура, согласна. Царские очи какие-то подобрали, я не успела прочитать. Иконостас частично разрушился, будто здесь разбушевался северный ветер. Царские ворота покосились и более не препятствуют входу в алтарную часть. В тусклом Пойдем. Свете вы различаете груду тряпья, среди которой лежит икотница Акулина. Кажется, она еще спит. Девочка то и дело вздрагивает от кошмаров, которыми ее мучает поселившийся в ней черт. Вы отвлекаете девочку. Она вздрагивает, вскакивает на ноги и забивается в угол алтарной части. Даже в зловещем полумраке вы замечаете, что у нее дрожат руки. Кто вы такие? О боже, а что с ней? Пожалуйста, не обижайте меня. Испугать и забрать крест? Ну ладно, я уж не такая прям скотина. Ну типа,
Блин, это слишком жестко даже для меня, я не могу. Простите. Давайте боись, нормально будем. Не бойся, акулинушка. Мы тебе не навредим. Меня Васей зовут. Это Коля. Мы помочь хотим. Но, блин, мне просто не нравится, что она вся в крови, и она явно измучена. И если мы просто заберем крест, скорее всего, ну, мы ей не поможем вообще ничем. Слыхали, в тебе икота поселилась? Да, бесяк засел. Мучает меня. Можем мы с ним поговорить? Я Прошке не хозяйка. Он сам вылазит, когда вздумает. Прошка. Вылазит. Нужен нам для дела крестик твой. Выменишь нам его? Да как я без креста-то буду? Меня тогда Прошка совсем изгложит. А я тебе свой отдам. У меня два есть. Один при рождении даден, другой на поле брани. Расскажи. Нормальный про договор. Чего-то своего. Да к чему рассказать? Иногда вылазит, кому поворожить может. А ребята дразнят меня. Девочка начинает тихо всхлипывать. Надо мы изгонять. Можем прогнать икоту. Прошку? Но он сам не вылезет. Ничего. Думаю, я знаю, как привлечь его внимание. Нужно как? Рассердить икоту, чтобы она явилась из Акулины. Как же разозлить именно этого беса? Давай почитаем. Наверняка она написала. Так, это банники. Так, а где читать-то? Икотники. Одержимых икоты называли икотниками. В одно время количество людей, страдавших этим загадочным недугом, было столь велико, что некоторые ученые даже предположили, что данное заболевание является наследственным. Икотки чаще подвержены женщине. Нередко она переходит от одной хозяйки к другой, превращаясь в массовый психоз. Старообрядцы лечили женщин довольно жестко, не прибегая к магии или молитве. Женщин, держимых икоткой, неделями морили голодом, били батогами, пугали цепными медведями или псами, выгоняли на лютый мороз и обливали ледяной водой. Те, кто выживал, возвращались в родные селения, и больше икоткой никогда не страдали. И чем? Морили голодом, били довольно жестко, не прибегая к магии или молитве. Молитву, может? Или ладаном? Мне кажется, ладан. Либо молитва. Ладан раскурим? Блин. Авось испугается. Не угадала. Мне батюшка ладаном вспомочь пытался. Ну, значит, молитву. Так что-то не помогло. Скорее всего. Думаю, лики святых он не любит. А-а-а. Вот, погляди на иконостас. А, точно. Я-то не подумала об этом. Там же говорили, что иконы-то он разбил. Да, он меня заставлял иконки-то портить. Я круг начерчу и начнем. Вы усаживаете Акулину перед иконостасом. Николай поправляет иконы. Вы начинаете читать заговор, который учили довольно давно, но память вас не подводит. Гулким эхом звенят величественные слова заклинания. Вы почти заканчиваете ритуал, но Акулина внезапно толкает вас. От неожиданности поток магических слов прерывается. Девочка начинает биться в припадке. Из нее выходит икота. Вот, а я его накурить хотел. Ой. Еу. Ой, так это же котик. Это кот. Я не буду драться с котом. Бесогон и называется. Да этот заговор вообще устаревший. Зачин уже не тот все используют. Что же ты за векшица такая? Старомодная. Так, ты сейчас быстро вылазишь из ее рта, или я тебе китикетом напичкаю. Ты пипец. Вообще невежливо при нечисти такие царства поминать. И уж тем более иконы выставлять. Ненавижу иконы. Так ты и есть бес икоты? Ну я и что? На кота похож, красавец. Кого ожидали-то, лягуху? Ну, кота я не ожидала. Зачем в Акулине сидишь? По что девку мучаешь? А не твое дело. Ну, с другой стороны, делать-то особо нечего. Могу и рассказать. Рассказывай. Ага. Я нечисть-то изучаю, так интересно. Да что тут рассказывать? Ой, смотри, какой пусёшечка прям стал. Какой он жуткий, он какой-то страшненький. Енидор-то раньше богатым погостом был.
На родниках? В церкви вот этой заказывали купцы благодарственные молебны, когда с северов возвращались. Я вообще суседил в этой церкви раньше-то. Домашний дух домовой живет... А, то, что мы Откуда читали. Откуда в церкви соседки? Так туда, странно. А что не может быть в церкви, думаешь? В заброшенных и пострашнее бесы водятся. Чем я хуже-то? Ну а сейчас чё? Ни людей нет, ни в церкву никто не хаживает, только в каменную идут. Я со скуки в окулинку и забрался. Не хочешь в покое эту девку оставить? Ну, может, и оставлю, коли одолеешь меня. Ну, блин, ну, походу, сильный будет. Крест нам нужен, Акулины. Да слыхал я уже. Мне тоже много чего надо. Давай так, ведунья. Одолеешь меня, и я тебе и крест отдам, и из девки вылезу. Хорошо, да. Будь по-твоему, Прошка. Ну, держись, Василиса. Разозлился опять. Кисулькин, ну ты чё? Ём! 150! 150! Если вы убьете существо с этим статусом, то проиграете. Ну, типа, у меня нет шансов. 150! Подожди. А, если вы убьете существо с этим статусом, то проиграете. Чё-то я не поняла. Так, ладно. Надо с него снять, видимо, этот эффект. Только непонятно, это что за эффект такой. Так это я типа девчонку бью, а не котика. Блин, я девчонку и котика не хочу бить. Подожди, я не очень понимаю. Если вы... Подожди. Увеличивает на 5. Если вы убьете существо с этим статусом, то проиграете. Но с него надо снять. С него надо снять. Вот. Только я не знаю, насколько это положительный статус, не положительный. Еще посмотрим. Либо надо дождаться, пока у него пропадет вот эта кошачья фигня, типа. Еще два. Я не понимаю. Киса, блин, ты меня прям... О-о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 -
Куда? Куда так жестко-то? Ладно, давай вот так. Ну, немножечко смягчим. Немножечко смягчим. Блин, с него вот сейчас надо было снимать все вот эти эффекты, а я тупанула вообще жестко. Надо было потом снимать. Он вон себе это делает. Слушай, он очень сильный. Он очень сильный. Очень сильный. Снимает негативный статус. У меня нет негативного статуса. У меня и так все нормально, но... Блин, мне прям плохо, что... О, восстановить 20-ку можно будет. Вот. Ну-ка. Ну-ка. Все. Ты без броника. Ты без броника. Надо, да, кстати, травой пользоваться, потому что я... Вот, вот сейчас тот момент, когда надо пользоваться травкой. Так, хорошо. Трава, трава. Устанавливаем. Снимает негативный статус. У меня нет негативного статуса. У меня все статусы хорошие. Так, ну давай, бьем, бьем. И вот так. Блин, на 124. Я офигею убить. Он еще по пятнашке сейчас наносить будет. Блин, ну он очень сильный. Очень сильный кот. Пойдите прочь от моей акулины. О, может, он не будет? Бесяк проклятый. В натуре, бесюлька. Так, что делать-то с ним? Ну, сейчас будем нахиливаться, значит. Вариантов нет. Вариантов-то нет.
Вон десятку себе наколдовала. Это что такое? Увеличивает на 4? А, неплохо. Блин, смотри, опять он этот статус дал. Вот он хитер-бобер, конечно, хитер-бобер. Хитер-бобер. Так, давай, складное, лютое. Что такое? Блин, ну 101 удар еще. Пипец. Ну, не 101 удар, а урона надо. Много. Так, у меня Колян, смотрю, подъехал. Коля. Коля бьет. Коля молодец. Снимает негативный статус. Давай вот этого видим, вот этого видим. 18 урона! Куда? Куда столько? Слушай, мне кажется, а может быть такая вероятность, что у меня просто карты кончатся, я не знаю. Мне кажется, да. Мне кажется, вполне. Надо как-то вот еще будет кошака подгадать, что вот, вот когда у него не будет. Вот, все, вот он испарился, все, смертельный игрок ушел. Блин, пипец, он жирный. Так, давай. Блин, нет. Вот это. Вот это, вот это, вот так вот. Ну, дебильно, правда, но нормально. Мне, в принципе, это травки, травушки-муравушки еще. Ну, штук 5, наверное, у меня есть. Я еще смогу похилиться, если что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот опасно, критично. Критически опасно. Так, сюда, сюда. И вот так давай. Ну, должны убить, я надеюсь. Должны. Должны победить меня. Двенашку. Блин, он меня сильно бьет очень. Я могу проиграть в следующем канале. А, все. Он сейчас опять смертельное здоровье это все делает. Так, да, надо восстанавливаться сейчас. Надо восстанавливаться. Ну, мне смысла нету сейчас делать броник, потому что он не будет бить. Все равно. Короче, надо заклинание покупать на отхил. Без вариантов. Так, ты бьешь, что он там еще? 20? Не-не-не-не-не-не-не, так не пойдет. Какой 20 тысяч у тебе? Вообще охренел. Что за... Так, порчу ему вот эту. Офигел вообще. Я тут его и так еле убиваю. Он еще себе хил делает на 20 хп. Я по одному хп хилюсь, если что. Ну, если по заклинаниям. По траве, окей, 20. Ой, 5. 5, 5, по-моему. 5? Ну, все, он отхилился, блин. Но он пока не бьет меня. Блин, ну у него тоже там заклинания такие, знаешь. Не самые приятные. Короче, я ему вот так вот сейчас снижу. И вот его пока бить надо, пока у меня есть возможность, его надо бить. Это пока не будут... Вот, ну, благословение можно, да. И этот еще все дудочник, блин. Дудки дуют свои. Молодец. Пятнашка, пятнашка. Ну, все это бьет меня, если... Надо обереги ставить. Обереги ставить надо. Вот так вот. Максимальную защиту. Блин, больно бьет. 14. У него, по-моему, до 13 доходит, и все. Так, ну, в общем, делаем так. Чё? Вот это, вот это.
Лютая, лютая. Сейчас люто тебя буду бить. Грыжи. 8 урона. Неплохо. Блин, мне надо качать мои умения, потому что они вообще... Ну, карты имею в виду, потому что они слабые очень. Блин, так и помереть можно. Вы не достанешь. Не уйдешь. Есть на тебя заговор. Ну, вообще нету. У меня уже ни травы, ничего. А он меня сейчас ударит. Причем больно. Давай вот это. Блин, 42 урона. Если он сейчас еще опять эти отхилы возьмет свои дурацкие, то вообще прям беда будет. Так, все, он меня больше не бьет. У него сейчас смертельное здоровье пошло. Поэтому можем вот это сделать. Но его надо прямо угашивать. Его надо угашивать. Надо бить, 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 бить. 15 урона я нанесу за счет чего? Реально? Так, 5. 7. Так это... А, блин, да. Еще двойка сейчас. А, нет, у него порченый. Блин, кошак. Ну хорош. Слушай, 30-ка осталась. 30-ка осталась, и он меня, в принципе, не бьет. Но нам по-любому надо все равно за здоровьем следить, я так думаю. В любом случае. Вот сейчас очень опасный момент. Потому что у него вот эту хрень еще не спала, но при этом у нее. А, ну все, окей, все, вопрос нет, спасибо. Вопрос нет. Так, чем мы его бьем? Давай порчу ему сделаем всем противникам. Этот еще не может быть, нет. Блин, ну либо я его убиваю, либо он меня убивает. Без вариантов. Блин, а вот, ну ладно. Зря просто сделала броню, потому что он не бьет в этом раунде. А вот сейчас он будет бить меня. Он еще и броник. Пятнашка! О, я все отлично вообще отобью. Отобью атаку. Все равно больно, блин. Так, бей. Бей, конечно, бей, бей, бей. Так. 11 он мне даст. О, лютая. Лютая, буду тебя бить сейчас. Чел. 24. Все, мы выиграли. Мы выиграли его. Потому что там было написано, что 24 у меня атака будет. И все. Так. Блин, так стой. А вот сейчас, вот сейчас, вот все, последний удар надо. Так. Так, что ли? 17-ка, все, ложись. Ладно, давай благословимся на всякий случай. Это было сложно. Мы были на грани. Стой, 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 стой. Не добивай меня, Вася. Давай так, я из Акулинки вылезу, а к тебе в услужение пойду. Пригожусь, вот увидишь. Мучить не буду, только помогать. Взять тебя с собой? Да у меня и так стая чертей есть. Я не совсем черт, я помогать буду, суседить в доме до чуда. Суседки-то у нас нет. Может, и не такая плохая эта затея. Что дед-то только скажет. Ладно. Возьму тебя. Но смотри у меня. Без шуточек. Котик. Котик будет дома. Брошка вылезает из Акулины и запрыгивает вам на левое плечо. Затем исчезает во всполохе черного пламени. Девочка падает без сил. Ее лицо выглядит спокойным и умиротворенным. Брошка больше не будет портить ей жизнь.
Вы меняете крест Николая на крест икотницы. Распятие выглядит старым и гнилым. Влияние нечисти не прошло для него бесследно. Вы надеетесь, что скверна не тронет душу Акулины? Ну окей, чё, молодцы. Возвращаемся домой, потому что если этого не сделать, то потом, когда я буду загружать игру, начнется опять сбой. Блин, это очень долго и сложно, поэтому я не хочу. Блин, дом как будто разваливается уже. Немножко. Крест теперь есть. Есть. И кот. И кот у нас есть. И что, Вася, ищущий добрящий. Так и невидаль, крест у нечисти. Соседки, небось, тоже не боятся крестов-то. А вот такого беса-пустобрёха можно было и не брать. Ты хороший котик. Это кто тут пустобрёх? Тихо, Прошка. Ладно, дедушка, не огневайся. Может, он нам еще пригодится. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Осталось тебе имя ей найти и обоязку. С чего начнешь? С имени сперва давай. Сперва хочу имя найти девке. Ну, в Вильгард ступай. Там священника и найдешь. Ну, мы там и были. Порешим. На то мы порешим, собственно. Да, вот. Вот и порешали. Серия немножечко длинненькая, вышла на 20 с лишним минут дольше, чем обычно, но, блин, таков путь. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, и увидимся с вами в следующей серии. Пока-пока!